Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как устройство Huawei Honor 8X ускорить. Для этого у вас есть предустановленное приложение, называется диспетчер телефона. Открываем его, оно там делает проверку нашего телефона. Все, что нужно сделать, нажать оптимизация. И после этого оно там само ускорит нашу производительность, проверит безопасность, там очистит память и в какой-то мере ускорит наш телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.